две недели война шагнула из Западной Польши, очищенной от немцев, сюда, в Северную Померанию. Уже доносится дыхание Балтики. Уже ворвались в Кёзлин танки и автоматчики, истребляя остатки местного гарнизона. Спустя 15 минут был расчищен путь танкам. Для всех сил. Почти в каждом доме были огневые точки. В городе уже шел уличный бой. Альдам взят! Немцы отброшены за Одер. Захват этого незначительного городка знаменовал серьезную победу. Сопот лежит на... Орудия всех калибров били по укреплениям немцев вокруг Данцига и в самом городе. Больше суток. В начале января 1945 года перед войсками фронта стояла задача начать наступление с плацдармов за Вислой южнее Варшавы, прорвать оборону противника, выйти в тыл варшавской группировки немцев и перерезать их коммуникации. Одновременно форсировать Вислу севернее Варшавы, обходным маневром отрезать Варшаву с запада и путем комбинированных ударов овладеть польской столицей, этим важнейшим стратегическим узлом обороны врага на реке Висле. Наступление началось 14 января. В результате обходного маневра варшавская группировка немцев оказалась под угрозой окружения, и 17 января ударами с севера, запада и юга Варшава была освобождена. Дивизии маршала Рокоссовского, прорвав оборону немцев западнее Ковеля, развивали стремительное наступление и вышли к берегам западного Буга. На улицах освобожденного польского города. Первыми вступили в Люблин танкисты и самоходная артиллерия. Завязался упорный уличный бой. Командирского танка корректируется огонь артиллерии.
Конвой передвинулся ближе к центру. С перекрестков улиц бьют прямой наводкой. Уничтожаются последние очаги сопротивления. Лублинский вокзал. На станционных путях захвачено много составов и эшелонов врага с воинскими грузами. Люблин – второй польский город, освобожденный Красной Армией. Вихрь освобождения несся на запад. Теперь же ничто, никакая сила не могла остановить или хотя бы задержать стремительное наступление Первого Украинского фронта. Сбрасывала цепи рабства польская земля. Одним из первых встречал освободителей Ченстахова. А те, кто принес освобождение, воины Красной Армии, шли вперед. Они уже были в предместьях Катовицы.